Пирамида Хеопса является национальным достоянием Египта, а также единственным из семи чудес света, уцелевшим до наших дней. Она расположена на плато Гиза, в 8 километрах от одноименного города, в 25 километрах от центра Каира. Величайшая пирамида мира была выстроена для фараона Хеопса Аеви династии. Ее исконное название – Ахетхуфу, что означает «относящийся к небосклону». В Гизе находится целый ансамбль крупных пирамид, из которых пирамида Хеопса считается наиболее монументальной. Величественная усыпальница фараона окутана манящим ореолом таинственности. На протяжении тысячелетий она хранит множество секретов, связанных с ее происхождением и технологией строительства. Пирамида Хеопса помогает понять, что человеческие возможности безграничны, а сила – во взаимодействии. Возможно, это стало одной из причин, по которой монумент привлекал путешественников еще с античных времен. Философ и математик Фалес Милетский догадался измерить высоту пирамиды, исходя из длины ее тени. А Геродот, отец истории, составил детальное описание пирамиды Хеопса в 450 году до нашей эры, с которым можно ознакомиться и сегодня.